для чого Михаїл Саакашвілі знявся з виборів в парламент в 2019 році. І не просто знявся, а знявся на користь президентської партії Володимира Зеленського, «Слуга народу», його сил і т.д. Тобто, бачучи, всі ж бачать це, на характер Михаїла Саакашвілі, він то знятися міг, бо він сам то тулмачен. Він не переходить цей слуп, цей бар'єр проходимості в парламент, тому що це грьобана ЦВК Рашеновська, Рига Рашеновська, не дала йому времени, блокировали счета, і тому подобное. Що, я не буду ж пересказувати те, що він сам розказав своїм виборцям і також своїй команді, котра може на нього подивитися тепер, але вона повинна зрозуміти, що все одно не проходить, бо не було часу, не було іншого того, що сам Михаїл Саакашвілі ніколи не скаже, що от це рабське совка тупоє біобидло, яке є як криси, крисятничество, продає свої сім'ї, своїх дітей і учить своїх дітей, як проституції, малолітні, або ще якийсь 40-літній. Бить шалавами, бить крисами, бить гнідами, бить продажними блядями і сучками, продаваться за чашки. Тоді, коли їх во всі дири уже іміють вонючі вори, олігархи, вони все одно йдуть за вонючі чашки, продають своє будущее, свою честь, своє достоинство, свою назву, свою націю, за котру проливають кров зараз, right now, напередки ті ж самі українці, то другі вонючі криси, крисятничество, вони недостойні названня в паспорті, отметки бути українцем. Вони, криси, йдуть голосувати за чашки, за те, що їм, як тупим, ну, примітивним стадам, стаям, стайкам, примітивним туземцям роздавали колонізатори біжутерію за цінний мех, дорогой, там, соболя и тому подобное. То есть, ну, уже это и так понятно, как 2 плюс 2. Дети могут рассказать этим тупым крысам старопердоловским, что это неправильно. И все равно это старопердолова будет учить этих детей, что «Нет, мы земли взяли». Ну, это клиника. И эта клиника еще не пересдохла, это больная, это низость. В глазах Господа оно еще не в аду, оно еще не смажется. То есть, это, сори за увертюру, за вступление. Смысл в том, что, я не сказал главного, в том главного, что почему снялся Саакашвили именно в пользу партии Зеленского. Во-первых, потому что именно Зеленский, недолго тянучи время, йому все ж таки надав право, гонорове право, торжественное право вернув гражданина України. Там, де Саакашвілі такой же стопроцентний українець, как і грузин. Тому що він дуже багато зробив як для України, а тим паче для Грузії. Тобто, виходить, що он этим сказал, знаючи, ложа даже руку на сердце, что какой бруденыш идет в той партии, даже это зная, он все-таки сказал, что теперь, братела, один-один, ты меня вернул, я за тебя проголосовал, сделал все, что можно, снялся с кандидатуры со своей, да в твою пользу, заявил об этом публично, даже несмотря на твоих покидьков. Покидьків, котрі в твоїй партії там позалізли і будуть, як черві, гризть до останнього, ради, ну, як остальні криси будуть гризть, ради бабла, ради свого тупого крисятничества, щоб заробити більше бабла і щоб в своїй коаліції, в своїй фракції, от цій команді Зі, зробити багато коаліцій, внутрі враждувати, між ними, ну, таке почнеться. Ну, це як звичайно, тут немає нічого wonderful, wondering. Нет ничего удивительного. То есть, перевожу дословно,
интенции, мотивации Саакашвили, те, о которых он, естественно, как политик международного значения, ну, это очень неудобно политически, об этих психологических мотивировках говорить, что он теперь с Зеленским, ну, не лично, может, даже к Зеленским, потом с Зеленским, потому что это, ну, более долгосрочная перспектива с Владимиром Зеленским, но вот с его покотьками в его партии, которые там влезли, влезали и будут влазить, Саакашвили сам и со своей командой, и со своей персоной теперь квиты. Все, развлечение произошло. Теперь он может мочить снова подлин, паскуд, которые позалазили куда, кому угодно, кто кого бы куда не освобождал, потому что все равно это сделано настолько было все поздно. Плюс ЦВКшное говно, плюс мы теперь знаем, ну, понимаем, догадываемся, что ЦВКшному регионалу Рошеновскому, ПСовскому, это брехло, якобы европейский выбор, на самом деле абсолютно антиевропейский выбор. Или европейский выбор раком туда идти, чтобы все дрюкали и вырубали леса и тому подобное. И молодежь нашу туда всю нормальную переманивали. И не им, и не тем, и не всем, и даже не самой партии «Слуга народа» Зеленскому, Саакашвили в своей личной собственной персоне и САКУ антикоррупционном был бы не нужен в Верховной Раде, которая, к сожалению, без Саакашвили снова будет пребывать в зраде. Даже, я так смотрю, пролезают туда чистые балабольщики продажные, которые кабачки привозят, чьи синенькие, вываливают, как быдли, украинцы, копошитесь, как черви, как навозные мухи, как червяки, блин, и набирайте, а Тель-Авив будет смотреть на вас и представлять, какое ж быдло интересное, интересный народ, как мы его постоянно вдрюкиваем, а они лазят, копошатся, как черви, как навозные жуки. Пиздец, вообще капец, стыд, позор. И оно, вот эта ляшковщина, проходит снова, видно, куда-то там в Верховную Зраду. Вот почему никому был не выгоден Саакашвили. То есть я еще раз повторяю, repeat and reply again, что человек создан по образу и подобию Божьему. Еще плюс в современности, это человек наделен правами конституционными и тому подобное. Но если этот человек становится крысятиной, гнидой, продажной сучарой, блядью, шавкой, опущенной подлиной, паскудой, то воля его тоже будет такой самой блядской, продажной и паскудской. Значит, получается, это уже полунедочеловек, а просто материал для сатаны. Материал жарится, парится вечно в аду и тому подобное. И эти гниды делают ад. Ну, чмошность, это что же, ну, подлинность, паскудность, продажность, леши, лукавые, это что же ад, проделки ада. На этой земле, там, где они живут, беспринципно, эти животные только кормятся своим бихевиоризмом, наполнением желудка и бихевиорическим поведением. Примитивный пожрал, посрал и провел свою жизнь вот так во все поколения его, вот эти чмошные, рожденные от таких же самых крысятин. То есть и называться достойно, то он и не может как человек. Потому что он ведет себя как крысятина, а не как человек, созданный по образу и подобию Божию, наделенный не только правами и обязанностями, а еще и волей. И что это воля вот этих гнид, крыс выбирает? Выбирает говно постоянно. Ну и а поскольку я не рекламирую никакую партию конкретно, тем более эта партия вообще снялась с выборов РНС, значит, этот ролик и не подлегает под предвыборчую тишину. Потому что годами, десятилетиями и столетиями эта тишина выборчая, предвыборчая у рабов,
у крысятнических раболепов она уже на генетическом уровне. С ней уже ничего не поделаешь. Это только до Всевышнего и до воли, опять же таки, человеческой. Потому что Всевышний скажет: ну я же вам дал волю, ну что, сколько еще можно? Что вам еще и волю накручивать? Это вообще уже вы охренели.